В Шымкенте завышали цены на социально значимые товары. 425 предпринимателей в этом году привлекли к административной ответственности. На первый раз они получили предупреждение, а вот в случае, если нарушения повторятся, то уже штраф они не избежать. Необоснованно дорого в мегаполисе продавали в основном подсолнечное масло. Было зарегистрировано 100 таких фактов. Хотя наценка на социальные товары по закону не должна превышать 15%. Некоторые предприниматели не стеснялись указывать цены, которые превышали допустимый уровень вдвое. По словам заместителя руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей Оспана Абиева, делали так в основном в небольших магазинчиках, особенно на окраинах города. Помимо подсолнечного масла, ценники там росли также на макаронные изделия, яйца, кефир и творог. Вы живете, например, в микрорайоне Туран-2. Там магазин в некоторых местах 1-2. Они вот завышают. Вот. У них есть больше 50, больше 90, в некоторых местах 100% превышение было. У нас факты есть. Вот. Если в течение года правонарушение повторится, то взыскание денежным предусмотрено.